Если ты хочешь стать известным ютубером, тогда поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Всем привет, ребятки, с вами как всегда Allplay, добро пожаловать на мой канал. Начинаем играть игрушки Monster Run. Ну что же, ребят, погнали собирать нашу супер крутую сборку из супер героев. Сперва давайте возьмем Чудо-женщину, это у нас будет Хейли. Дальше можно взять Зои, это у нас робот, кстати, очень-очень сильная карточка. Ну и последний герой будет у нас Элис, это у нас тролль. Ну и давайте сейчас попробуем сразиться с противником, у него будет 3 героя против моих героев. Давайте будем сейчас расставлять таким вот образом, чтобы на всех дорожках выиграть. А мы с вами как раз-таки на всех дорожках выигрываем, потому что у противника довольно слабые карточки. Следующий уровень будет у нас 23-й, давайте попробуем обратно заработать побольше денег и выкупить покруче карточки. Сперва выбираем тролля нашего зеленого. Дальше следующим у нас будет, скорее всего, что Дэйв. Это маленький динозаврик. Дальше следующий герой, наверное, будет Эмма. Это, по-моему, вроде Кисси Мисси. Ну и самая последняя карточка. Пускай это у нас будет опять Элис. Для того, чтобы наш тролль превратился из зеленого в золотой цвет. Теперь у него будет и побольше здоровья, и побольше урон. Опять будем сражаться мы с вами с противником, с Джимом. И по центру давайте мы с вами поставим нашего тролля. С правой стороны давайте поставим нашего, нашу Кисси-Мисси, ну и динозаврика Дэйва поставим с левой стороны. Опять на всех карточках, на всех направлениях мы с вами побеждаем. Сыграем тогда еще один уровень, давайте попробуем собрать в этот раз прям разнообразную колоду. Будем собирать только разных героев. Здесь, пожалуй, мы с вами выберем Льюиса, это Минотавр. Следующий герой у нас будет Сатир или Элис. Ну давайте выберем Элис. Следующий герой либо Льюис или Энди. Возьмем Энди, так как мы с вами сегодня решили брать всех разных героев. Ну и последний герой у нас будет, конечно же, Эмма, потому что она более сильная. Вот мы с вами подобрали 5 различных супергероев, и теперь попробуем хотя бы на 2 дорожках из 3 выиграть. Джим сейчас будет выставлять своих героев, но мы с вами будем выставлять своих. Таким вот образом это все расставляем, чтобы обратно на всех 3 дорожках мы с вами выиграли. На всех 3 дорожках мои герои побеждают. Следующая наша игрушка будет Хагги Стори, и мы здесь с вами находимся на 8 уровне. Нам нужно уничтожить вот этого огромного розового монстра. Здесь мне нужно выбрать котика, по-моему. И котик притаскал ТНТ-ху. Сейчас монстр сожрет это все. ТНТ-ха у нас, конечно же, рванула. И вуаля, этот монстр погибает, а мы с вами, получается, уровень проходим. Дальше, 9 уровень. Здесь появляется какой-то огромный и страшный монстр из подземелья. Давайте попробуем его музыкой задобрить. О, ребят, мы его, походу, загипнотизировали, и он просто-напросто опускается вниз. Наши с вами супергерои будут спасены. Уровень 10, следующий. Здесь у нас наливные яблоки и ловушка. Кисси-Мисси у нас испорченные яблоки сделала типа прикольными, типа свежими. Все, кто будут кушать эти яблоки, будут, скорее всего, что болеть и попадать в ловушку. Уже вот 2 монстрика, в принципе, в эту ловушку попали. И подходит у нас Хагги-Вагги. Съест он яблоко и посмотрим, что произойдет. Он заболел, ребят, смотрите, у него прям зеленая голова получилась. Давайте мы с вами попробуем его полечить. Выпиваем микстурку. И наш Хагги-Вагги... Что с Хагги-Вагги? Он превращается в монстра и схавал Кисси-Мисси, чтобы она больше его не травила. Следующий уровень у нас будет уже 11-й. Кисси-Мисси и Хагги-Вагги находятся у нас в ловушке. И каким-то образом нужно выбраться из этой ловушки. Предлагают скушать вкусный пончик. Давайте мы с вами не будем его есть. Кисси-Мисси его съела, Хагги-Вагги его есть не стал. Еще один пончик бросают. Опять мы с вами его не будем есть, а Кисси-Мисси его скушала. Затопили полностью всю эту яму. Хагги-Вагги выбрался наружу, но эта маленькая обжорка осталась внизу. Ганап 2048, наша следующая игрушка. Ну и здесь мы с вами сперва давайте попробуем получить как можно выше кубики. Потом с помощью этих кубиков мы с вами будем прокачивать наше оружие. Итак, все кубики мы с вами объединили, которые могли объединить. И теперь давайте выставлять. 2048 давайте поставим сюда. Дальше 4096 давайте поставим на урон. И нам нужно еще выбрать. Есть у нас 1024, давайте тоже поставим его. И у нас получается новое оружие. Ребятки, это у нас будет АКМ. Калаш. Так называемый. Здесь мы с вами будем сейчас разбивать другие блоки. С этих блоков будем добывать кубики. И потом эти кубики, конечно же, будем объединять. Так, здесь мы с вами можем, в принципе, 8 забрать. Ну и сейчас по центру попробуем собрать 128.
1128, 2128, и давайте, наверное, вот этот вот тоже еще 128 кубик попробуем собрать. Даже немножко мы с вами его прокачали. Отлично, погнали дальше, еще попробуем несколько кубиков здесь найти. В результате у нас получилось собрать аж 10 кубиков. Сейчас пойдет у нас опять очередное объединение. 32 по центру, 64 тоже в центр, 32 в центр. Я пока все буду бросать в центр. Все, что можно объединить, буду стараться объединять. Ребят, мы с вами, походу, еще что-то только что подобъединяли, подсоединили. И в результате у нас есть, что тут у нас есть? 2048, есть у нас тут 4096 опять. И есть у нас уже два кубика, 1024. Опять выставляем это все наперед. Погнали дальше, сейчас попробуем обратно же прокачать урон. Сперва попытаемся по максимуму вкачать его. Здесь у нас будет двойной, походу, выстрел. О, и этих вот всех чуваков мы с вами должны уничтожить. Здорово, и теперь глядите прям сколько много кубиков, которые мы с вами постараемся открыть. В результате уже два кубика есть, это уже третий кубик. Сейчас пошел четвертый. И таким вот образом, ребятки, мы с вами попробуем собрать как можно больше этих кубиков. В результате у нас есть восьмой кубик. И в процессе игры, возможно, сейчас еще хотя бы один мы с вами по-любому где-то дополучим. Так, давай двигаемся по центру. В результате пробиваем мы с вами практически все. Вот у нас есть 9 кубик, 10 кубик и 11. 11 кубиков мы с вами собрали. Следующая игрушка будет Лайзерман. Давайте попробуем уничтожить нашу жертву. Нам нужно с помощью лазера уничтожать всех тех противников, которые здесь у нас будут находиться. Сейчас мы давайте с вами тогда верхнего еще каким-то образом достанем. И вот так вот и у верхнего, и у нижнего просто лопнули головы. Мы с вами играем типа за циклопа. И это у нас еще одна победа. Отлично, через несколько левелов у нас будет сражение с боссом. Нам нужно будет того босса уничтожить таким же самым образом. Кидаем ТНТ. Два ниндзя погибают, наш циклоп выиграл. Следующая задача. Здесь нам нужно походу попасть в эту бочку. Бочка разорвалась и тоже двоих ниндзя она зацепила. Следующий левел, а здесь мне нужно, походу, просто перерезать вот эту вот цепь. Опять же, одна тонна груз такой упал вниз, придавил двоих ниндзей. Ну и вот у нас как раз-таки босс. Этого босса мы с вами тоже должны кокнуть. Один раз у него голова треснула. Сейчас будет у него второй раз голова треснет. И, по-моему, третий раз должна голова треснуть, и мы с вами выиграем. И вуаля! Да, выиграли или еще нет? Да, ребятки, вот мы с вами, пожалуй, и выиграли. Прям на все три звездочки этот уровень прошли. Если вам эта игрушечка понравилась, ребятки, обязательно поставьте ваш лайкусик. Давайте еще один уровень попробуем тоже здесь пройти. И это нам нужно сделать... Так, как-то так, чтобы в голову прям попасть. И вот таким вот образом мы с вами опять очередного ниндзю уничтожили. Ну а это игрушка Draft to Smash, где нам нужно разрушать желтые яйца таким вот образом, чтобы вот это вот белое яичко у нас выжила. Ну и давайте попытаемся это сделать. Нарисовали мы с вами вот такой прикольный квадратик, который все сделал за нас. Следующий левел будет сейчас у нас, и там нас будет поджидать какая-то новая ловушка. Какое-то новое задание, мы с вами постараемся тоже его пройти. Так, нам с вами нужно, походу, сделать следующее. Раз. Колечко это бросаем. Колечко подлетает, и два этих вот желтых яйца обратно же погибают. Следующий уровень будет 101, и здесь тоже есть два яйца, которых мы сейчас с вами, наверное, тоже попытаемся уничтожить. И давай, катись, бух. Да, все два яичка мы с вами разбили. Беленькая у нас осталась жива и здорова. Тут уже будет, ребята... наверное, просто нужно нарисовать... что-то наподобие кружочка. Толкаем сперва его вниз. И теперь с другой стороны обратно же толкаем его тоже. Два яйца опять разрушено. Следующая задача. Тут попробуем, ребят, мы с вами, наверное, просто нарисовать вот такой вот маленький прямоугольник. Раз, два. Ба-бам! Следующая наша игра будет Fishing Food. Ну и давайте попытаемся что-нибудь поймать. У нас есть крючок, на который мы с вами можем поймать 5 кусочков еды. Эту еду будут поедать наши пэты, ну а мы, соответственно, будем зарабатывать за это деньги. И потом с помощью денег будем прокачивать нашу удочку. Либо количество крючков мы с вами будем прокачивать, либо длину. Давайте попытаемся сейчас чуть-чуть деньжат-то подзаработать и что-то прокачать. Наверное, сейчас мы с вами постараемся докачаться до 6-го крючка. У нас есть 5 крючков. Для того, чтобы еще один крючок мне здесь купить, нужно 45 тысяч. Это, конечно, довольно большие деньги. У меня есть 18. За один вылов я вылавливаю где-то приблизительно 4 тысячи. Значит, мне нужно буквально еще где-то 8
раз забросить удочку, и мы с вами насобираем нужное количество денег для того, чтобы купить еще один крючок и выкупить, подсоединить его к нашей удочке. Давайте по бырику сейчас побольше все-таки еды будем вытаскивать, той, которая внизу. Получается, чем глубже мы с вами будем ловить еду, тем она дороже. Наверху самая дешевая еда, поэтому ее не обязательно прям всю вылавливать. А вот снизу нужно по максимуму затариваться. Итак, у нас с вами есть уже 39 тысяч, практически 40. Еще буквально где-то два раза мне нужно забросить удочку. И у нас будет крючок. 42 тысячи. Ну, если на 3 штуки мы с вами сейчас купим, вытащим еды, то все. Да, ребят, мы с вами вытащили почти на 4000 и покупаем еще один крючок. И теперь у меня будет уже 6 крючков. Теперь я могу за раз вытаскивать прям 6 кусочков еды. Всю эту еду обратно же будут поедать мои пэты, но мы с вами, конечно же, за это будем зарабатывать и деньги. Таким вот образом будем развиваться в данной игре. Prison Escape 3D наша, ребят, с вами следующая игра, где нам нужно попытаться убежать из тюрьмы. Сейчас мы с вами попытаемся, во-первых, освободить побольше заключенных. И уничтожить побольше охранников. Здесь у нас уже какая-то, ребятки, космическая, походу, станция. Мы с вами уже в прошлый раз с какими-то индейцами сражались. И здесь у нас уже, видите, что-то наподобие костюмов космических. Это, походу, у нас реально какой-то космос. Нам нужно вот этого робота, боссово уничтожить. И мы с вами на космическом корабле улетаем к следующему уровню. Давайте тогда попробуем поменять скин. Выберем, к примеру, вот этого ковбоя и сыграем за него. Теперь я знаю, где меня будет поджидать ловушка. Туда мы с вами постараемся не пойти. Ну, вернее, немножечко не так пойдем. Этого чувака тоже уничтожили. Забираем оружие, забираем все деньги, которые тут есть. И опять двигаемся дальше. Ждем, пока у нас вот эти вот электрические поля выключатся. И тогда будем продвигаться дальше. Отлично, тут я все собрал. Еще мне нужно уничтожить одного охранника. Тут еще несколько охранников тусят. Их мы с вами тоже выносим. И на космическом корабле обратно же улетаем отсюда. Ну и самая последняя игра на сегодня. Toilet Fight Open World. Здесь мы с вами сыграем пока за моего самого любимого гиганта. Сыграем давайте хотя бы 2 левела, а потом поменяем гиганта. Сперва нам нужно уничтожить всех вот этих вот противников. Всех гигантов вражеских. О, меня мочканули, ребятки. Было очень-очень обидно. Ладно, давайте этот уровень переиграем. Так, пока продвигаемся дальше, вот вышел обратно же новый агент-гигант, которого сейчас мы с вами тоже постараемся уничтожить. Он нас бьет, ну и мы с вами, соответственно, наносим ему удары. Опять он нас бьет, и мы, соответственно, опять ему удары. Кстати, с левой руки мой гигант наносит прям, ну, реально очень много урона. С правой руки поменьше, а вот с левой где-то раза в 3, наверное, сильнее. Опять выпускаем наши ракеты. Всех уничтожаем, все скибди-туалеты, которые тут пытались ко мне подходить, я, в принципе, завалил. И последних троих скибди-туалетиков я с одного удара, в принципе, и тоже уничтожил. Друзья, давайте поменяем гиганта, сыграем мы с вами, давайте за другого выберем. Тут у меня еще один такой довольно интересный гигантик есть, агент. И это у нас будет, где ты? Вот он, симпотный, правда? Он хорош тем, что когда мы с вами даже зажимаем щит, то он наносит урон. Смотрите, просто сжигает все скибди-туалеты, которые к нам подходят. И вот, походу, последние подразделения. Вернее, ну, тут один. А нет, вот и босс подошел. Вот хорошо как раз-таки босса уничтожать. Он просто-напросто засвечивает его, видите? Мне даже не нужно босса бить. Я просто зажимаю щит, и этот босс у нас как раз-таки погибает. Мы с вами продвигаемся дальше. Ну что же, ребятки, на этом пока что все. Если вам понравился данный ролик и данные игрушки, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Я вам буду очень благодарен. Также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. С вами был Алплей. Всем удачки, всем пока!